Мистер Вишня уснул. Бежим. У меня есть идейка. Наверх. Давайте прыгнем. Давайте вместе. Вот так. Они отвлеклись. Смотрите, как быстро они кушают. Да, быстрее, чем я. Они снова ушли. Прыгнем еще разок. Давайте. Вот так. А теперь давайте все прыгнем на нее. Вперед. Оп. Вот так. Спасли. Ура. Нам пора. Давайте вниз. Направо. Мне кажется, они слева. Вот они. У вас все в порядке? Да, спасибо, что нашли моих детишек. Полезайте с нами в лифт. Ну же. Хорошо, идем. А этот лифт нас поднимет? Поднимет, не переживай. Ого, как высоко! Никогда так высоко не был. Это верхний город. Нам нужно каким-то образом найти путь с дерева. Вы можете нам в этом помочь? Конечно, могу. У нас есть летательный аппарат, и он работает с помощью вот таких вот птичек. Они приводят в движение механизм. Но мне нужно 14 птичек, не меньше. И тогда я смогу вас отсюда увезти. Вам необходимо их всех отыскать. И только тогда я смогу вам помочь. Надеюсь, никто из вас не боится высоты. Вам нужно обыскать весь город. Вперед на поиски! Идем, отыщем их. Какое шумное помещение! Я попробую. Так, дуну еще разок. Что у нас получается? Это совсем не то! Ты ошибся, желудь! Нужно попробовать еще разок. Так. Уже что-то похожее. Еще. Да, давай, молодец. Получилось. Первая птичка у нас. Ура! Идем дальше. А вот еще одна. Давайте попробуем забрать. Осторожно. Ой-ой-ой. Вы еще кто такие? Птичку хотели украсть. Вернемся попозже. А что здесь такое? Это какой-то художник. Вряд ли здесь есть то, что нам нужно. Здравствуй, каштанчик. Привет. Слушай, у тебя нет птицы? Вот это? Да, как раз она. Послушай, не кушай ее. Отдай ее нам, пожалуйста. Если я ее вам отдам, то мои дети останутся голодными. Ладно. Что это за пустая комната? Мне кажется, она не пустая. Ау! Сколько хлама! Давайте что-нибудь здесь поищем. Давайте. Так, это фотоаппарат. Может быть, что-то есть вот здесь? Вот она! Нашли! Ура! Думаете, здесь есть что-то еще? Может и есть. Я не думаю. О нет, я ошибался. Я думаю, нам это пригодится. А теперь идем. Ого, а это что такое? Давайте покрутим. Какой неприятный. Ага. Еще разок. Странная штука. Давайте еще разок. Вот она! Нашли! Ура! Так, а что у нас здесь? Тут кто-то спит! Не будем его будить. Давайте попробуем выкрутить лампочку. И по-тихому заберем птичку. Осторожно! Ура! Вы еще кто такие? Так, а здесь у нас испытание. Кто пройдет? Я попробую. Так. Что я должен делать? А, я понял. Собирать шарики. Первый. Второй. Третий. Ну, давай же. Вот так.
Четвертый. Пятый. Не успеваю. Еще чуть-чуть. Вот она. Я отыскал ее. Классно! Нашли! Я полагаю, нам нужно идти дальше. Вперед! Подпишись на наш канал и поставь колокольчик.